Всем привет! Так, притащили мы. Ну-ка еще раз. По-моему, мы не туда притащили. Притащили трактор домой. Кое-что уже начали делать. Ну, примерно вот так это все выглядит. Да, здесь, конечно, маленько плачевно, но какие проблемы вы вылезли? Значит, ВОМ не работает, радиатор течет. Что дальше? Что? А, еще. Сейчас вот такую штучку выкинули. Пробуем ВОМ запустить, но что-то не получается. Вскрыли флажок, посмотрели, шат есть в валике, флажке в этом, ну не критичный. Посмотрим, значит, что сделали. Мелкая, вон мелкая, тоже -то помогает, мелкая. Так, ладно, не отвлекается любя. О, вот эту вот трубку поменяли, еще вот такой краник поменяли. Тема не поставлен, но вот это вот место радиатора, оно как бы подтекает. Сейчас слили масло из коробки, из движка, то есть сразу поменять масло, и будем разбираться с ВОМом. ВОМ, по-моему, здесь меняли, но непонятно почему. То есть включаешь, он от руки, когда включен, от руки крутится, а не работает. Ну, дальше покажу, что у нас получается. Ну, все. ВОМ делали, сейчас посмотрим, работает или нет. Выключен под сиденьем был. В 90-м так заводят. Давай, включай ВОМ. Еще раз. Выключай. Нормально. Первый день ремонта. Краник на радиатор поставили. Залезь, посмотри. Циркулирует, нет? Краник не течет.